Мэр Магадана Юрий Гришан принял участие в голосовании на избирательном участке номер 5. 13 сентября в Магадане день выборов депутатов в городскую и областную думу. Начиная с 11 числа можно расписаться в бюллетене досрочно. Дополнительные дни голосования сделаны для того, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции. Избирательные участки работают с требованиями всех необходимых мер санитарной безопасности. На входе у избирателей измеряли температуру и просили применить индивидуальные средства защиты – стерильные маски и перчатки. Не сгибать. Есть за что голосовать. Мы должны сохранить на территории стабильность. Стабильность, развитие. И, кстати говоря, вот в этом зале мы в течение 5 лет проводили наш городской форум «Вектор развития 2020». Поэтому я хотел бы, чтобы и эти выборы, и новые составы областной думы и городской думы дали на ближайшее 5-летие вектор развития территории города. Также 11 сентября в выборах принял участие глава региона Сергей Носов. По его словам, в дни голосования на избирательных участках можно будет привиться от гриппа. Калымчане смогут получить бесплатную вакцину 11 сентября с 13 до 18 часов и 12 сентября с 13 до 17 часов. При себе необходимо иметь паспорт. Процедура вакцинации проходит исключительно на добровольной основе. Готовы избирательные участки, и на отдельных избирательных участках их больше 50%. Параллельно будет проходить еще и вакцинация от гриппа. На мой взгляд, это очень удобно. В дни выборов с 11 по 13 сентября с 7 часов утра на каждом избирательном участке работают камеры видеонаблюдения. Каждый желающий сможет через интернет посмотреть за работой комиссии. В Магаданской области в пятницу заработал 91 избирательный участок, в областном центре – 44. Для снижения уровня контакта между людьми будет применяться придомовое голосование.